Марафон «550 добрых дел», приуроченный к празднованию юбилея города Чебоксары, продолжается. На этот раз благотворительная акция прошла в детском саду номер 137 для детей с нарушением зрения. В детском саду работает 12 групп, где воспитывается 130 детей. Половина детей – инвалиды детства по зрению. Дети здесь постоянно окружены заботой и вниманием, рассказывают сотрудники учреждения. Напомните, пожалуйста, правила выполнения зрительной гимнастики. За последние 5 лет мы выписали 172 ребенка. Из них при поступлении в детский сад потенциальными кандидатами в школу слепых и слабовидящих было 76 детей. А в результате планомерной и систематической комплексной медико-психолого-педагогической работы туда попало 35 человек, то есть почти в 2 раза меньше. Родители очень довольны проведением этой акции. Они надеются, что и в дальнейшем подобные мероприятия продолжатся. Своим детям, у меня их трое, я стараюсь, ну, в меру своих возможностей покупать регулярно что-то новое, чтобы они получали новые знания. Это и книги, и развивающие игрушки. Ну, конечно же, со стороны детского сада, если будет такая помощь деткам, разве это плохо? Этим садиком акция не закончится. Подарки получат и другие специализированные детские учреждения. Все желающие могут пополнить копилку добрых дел. Те, кто хочет участвовать в данном марафоне «550 добрых дел», мы ждем на Университетской 22, в Центре развития дошкольного образования. Мы рады всех видеть, мы ждем от вас помощи, которые пойдут по назначению детям. Михаил Дементьев, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.